Мартюш, сегодня какая вкусная будет кашка. Здесь гречка, рис и еще две кашки. В общем, каша дружбы. И болгарский перец, и морковка. Ложечка подсолнечного масла. И чуть-чуть все посолила. Капельку совсем. Вот такая вкусняшка у Мартюши будет сегодня на ужин. Сама бы ела. Ну и, конечно, я ему добавляю еще в каждую порцию еды вот такие штучки. Или вот такие. Он вот с этими штучками вообще очень хорошо ест. Он вообще кашки хорошо кушает. Но решила добавлять ему. У меня перца болгарского замороженного много. И тоже буду добавлять ему болгарский перец. Ну и в каждый рацион, я уже сказала, да, в каждую порцию еды я добавляю вот такой один пакетик. Пока мясо купить возможности нету, но со временем купим. Корм он не кушает, вот такой корм нам подарили. Он его совсем не ест. Один раз в две недели, может быть, и покушает чуть-чуть. Да, вреденка? Скажи, я не люблю уже корм. Конечно, скажи, ты меня кормишь вкусняшками. Зачем мне теперь твой корм? Ну ничего, он не испортится, он закрытый. Я его вот так прищепочкой закрыла. Пускай стоит, пригодится. В крайнем случае собачкам бездомным тоже подойдет. А вот тот самый подарок, который я вам показывала, распаковку посылки Настеньки из Ирландии, по-моему, да? Вот ее эта штучка. В ней растет у меня дендробиум. Когда-то я его сюда сажала, там мох. Вот только с этими двумя, ну, бульбочками, да, теперь их здесь 4. Вот такие вот. Я замачиваю эту штучку один раз в две недели. Сейчас даже мох там влажный. И нравится тут. Настюшка, спасибо тебе еще раз. Потому что кто под видео спросили, Люб, мы что-то не видели, у тебя такой подарок. Многие поняли, что это видео уже... распаковку я обновила, чтобы не потерять на всякий случай в YouTube. Ну, если YouTube все-таки закроют. Конечно, я стараюсь найти эти видео с подарками, с посылками и загрузить их заново на другие платформы. Также Олечкин подарок. Как он? Осмос. Вот он стоит в коробке. До сих пор не трогаю. Многие девочки спрашивают, почему мы его не подключили до сих пор. Да, посылка тоже ко мне пришла уже. Видео я вам повторно показывала о распаковке с этой посылкой. Так же, как и с предыдущими некоторыми. Эта посылка пришла ко мне, наверное, 2 года назад. Ну и, как вы знаете, многие, да, кто не знает, скажу, мы хотели свой дом. И поэтому не хотели устанавливать эту всю аппаратуру здесь. Но так как мы временно передумали куда-либо переезжать, будем, если все нормально, делать ремонт, мы ее установим. Даже если не будем, то мы ее летом установим, эту коробочку. Коробка, кстати, огромная, с этой аппаратурой. Так, что у нас еще? Ну, это тут мои сушилки стоят. Куда мне их девать? Мне их девать некуда, поэтому они стоят вот так в коробке. Горшочками вот этими тоже пользуюсь. Олечка мне присылала с Москвы. Верочка с Анапы присылала мне тоже горшочки и блоки такие присылала. Девочки, пользуюсь вашими штучками с радостью. Ой, у нас там кто-то лезет. Видите, вам показывать начала новый рост. У дендробиума лезет новый рост. Вот такая радость тут обнаружена. Полить надо, пить хотят. Ну-ка, здесь у меня ничего не лезет. Уж раз мы тут с вами начали глядеть. Нравится им в этих горшочках сидеть, между прочим. Здесь им темно. Хочу на склад их перенести. Не знаю, как у меня получится. Может, перенесу.
красоту свою туда. Там места побольше. Здесь жду. Все, цветонос никак нету. Тоже темно. Дочь рисует картину Мартюшину. Вот уже что получается. Дочь, нравится? А это другие дочины картины. Красота. Такую собачку я тоже хотела. Ну, они такие лапочки. Красотулечки. Это дочина. Новая картина будет. Красивый, скажите. Кане Корсо. Красотон. А тут киски будут, как я понимаю. Да, дочь? Вроде киски. Уберем холст, который чистый. Куда убрать? Просто это назад. А. Ой. Ты имеешь в виду показать картины? А, вон еще картина. У нас вся квартира в картинах. За этой картиной тоже картина. За этой картиной есть, говорит, еще картина. Вот-то. Вот-то. Так что вот. Еще одна картина. Живая сидит. Да? Плюшка. Плюшка Мартюшка мамин. Живая картинка. Мягкая, плюшевая, вредная. Глаза блестят, мама со вспышкой. Я с магазина. Всем привет. Что-то вы тут как-то плохо стоите. Что купила? Батон. Батончик. Прикупила. У нас на улице такой ветер. Половиночка черного. Прикупила творожочку. Сами поедим и Мартюшке дадим. Ему тоже надо. Ой. Ой, примерзла. Печенки говяжьи взяла. Нам и Мартюшке тоже. Ну а тут косточек взяла, сейчас их помою на суп и уберу таких. Ну чё, так нормальные косточки. Мясные. Для навару. Мартюша, не страдай. Вон, сколько мясу. Мартюше, конечно, такие косточки нельзя. Вот. Люди берут собакам их. Я взяла себе на суп. А чё? Яичек. Десяточек. Сейчас все помою. Разделю по пакетикам. По две, по три косточки. Мяска сколько. Видно, да? И будет все хорошо. Мартюше творожка надо дать, да? А? Их! Сразу соскочил! Сразу соскочил! Как пахнет творогом.
Вкусненький. Я прям так люблю его. Вкусняшка. Любимчику. Марсюшечке. Вкусно. Его тарелка чистая. С нее можно самой есть. Да, Мартюша? Будешь в рожок? Ну-ка сядь. Мартюш? Мартюша? Мартин? Ноль на маму. Молодец, можно. Не знаю, было вам видно, нет? Контроль внимания. Творожок, ням-ням-ням. Да, витаминка. Где ж он будет кушать корм, когда мама ему такие вкусняшки тут шуршит постоянно?